приватность как новая валюта. Омер Коч, председатель крупнейшего промышленного конгломерата в Турции Коч Холдинг, комментирует биткоин. Отвечая на вопрос о формах оплаты в будущем, он сказал, что неизбежно появление и использование другой формы денег. Уже сейчас люди все больше используют безналичные платежные системы, например, кредитные карты или даже биткоин. Он также затронул тему блокчейн и сказал, что именно эта технология изменит роль всей цепочки стоимости. И, наконец, он добавил: «Приватность как новая валюта».